Всем привет! Сегодня мы на вечеринке в честь дня рождения известного рэпера Чичиго Чичи и спросим посетителей этой вечеринки, кто это такой, и зададим несколько вопросов. Привет! Как вы сюда попали? В багажнике? В смысле? Я актер битвы экстрасенсов и уснул в машине в багажнике. Когда проснулся, оказался здесь. Ну ты дал жару, бро. А ты знаешь, кто такой Чичиго Чичи? Ча. Здрасте, а что вы здесь делаете? Я охраняю рэпера Чичиго Чичи. А вы знаете рэпера Чичиго Чичи? По правде, к огромнейшему сожалению, я знаю рэпера Чичиго Чичи. Но я точно знаю, что это классная вечеринка. Вон та группа молодежи кажется подозрительной. Здорово! Что вы здесь делаете? Тише, девушка. Эта вечеринка незаконна. И я бы посоветовал вам побыстрее отсюда убираться. Потому что у нас тут в каждом углу распиханы наши оперативники. И скоро произойдет захват. Эй, вообще-то мы уже захватили этот танцпол. Я сейчас встану, ты сядешь? Мы захватим его еще раз. Руки вверх! Так, а что это камеру. Тут у вас происходит? Правда, что будет захват? Это секретная информация, да, но никому не говори, на. Здравствуйте, знаете ли вы рэпера Чичиго Чичи? Нет! 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 О, нет! Как вы здесь оказались? Это же VIP-вечеринка! Здесь бесплатный вход людям в форме. Вот такая фигня! Скоро будет захват, люди уже готовятся. А мне ли не насрать? Куда? Обратись к нему. Блин, не хочу подниматься. Здравствуйте, что вы здесь делаете? С сыном, вот, пришел отдохнуть. Ага, так мы тебе и поверили. Да мы правда просто пришли отдохнуть. А вы знаете рэпера Чичиго Чичи? Нет, подожди, почему у твоего сына пистолет? Для самозащиты. Выйдем-ка, поговорим с твоим сыном. Мы приехали сюда отдохнуть, Уася! Нет, это Манай! Приехали сюда отдохнуть, Уася! Посмотрите, сюда приехал сам Стив Джобс. А ты, чувак, знаешь рэпера Чичиго Чичи? Да. Правда? Какой был вопрос? А ты знаешь... Нет! Мужики, вы близнецы. Девчонки, как вам здесь? Нам заебись!